Мэр Махачкалы Салман Дадаев совместно с представителями МВД республики провел совещание с руководителями транспортных компаний города. Перевозчики были предупреждены об обязательной вакцинации всех работников, водителей и техперсонала в соответствии с решением Роспотребнадзора. Руководителям транспортных компаний напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения обязательного масочного режима в общественном транспорте. За всем этим ежедневно в разных частях столицы будет следить межведомственная комиссия. По словам главы города, за неисполнение требований по отношению к компаниям будут применены штрафные санкции, вплоть до расторжения муниципальных контрактов.